Всем привет! Захотелось мне как-то провести одну небольшую лабораторную работу по бытовым твиттерам. Я ими не занимаюсь, но как-то зашел разговор и решил я проверить всякие слухи и басни, которые ходят в интернете. Чтобы и легко можно было повторить мои действия, я не использовал какого-то специального оборудования. Все аналоговое. Обычный осциллограф, обычный милливольтметр В338. Ну и для измерения индуктивности я не стал брать мосты. Поверьте, они у меня есть. Я взял простенький приборчик, который многие имеют под рукой. Под рукой оказался он у меня. Значит, тесты будут участвовать. То, что было под рукой у меня. TW318, TW401 с одной партией и TW с другой партией. Разница между ними где-то приблизительно лет 5. Я посмотрел, когда у нас были черные, когда серебристые. Решила померить сопротивление, индуктивности катушек, резонансные частоты и насколько они отличаются. Ну, второй 318 у меня сейчас нет. Ну, я найду, если кому будет интересно. А вот две 318 из разных партий, две 401, извиняюсь, из разных партий, сравнить можно будет. Да, я забыл сказать про приборы. Обычный классический генератор. Никаких наворотов. То есть, скажем так, средненький радиолюбительский уровень оборудования. Умышленно не применяю какие-то замудренные цифровые системы. Чтобы можно, нельзя было сказать, ай, ты там еще... Там накрутил что-то, там намутил. Ну, естественно, участвует резистор. В этот раз мне под руку попался 680 Ом. Я обычно меряю на килоохме. Хотя я это уже давно не меряю, так как это абсолютно не нужно. Ну, вот на 680 Ом. И выходное сопротивление генератора 600 Ом. Ну, собственно, входное сопротивление осциллографа, наверное, мегомы. Вот и вся история. А дальше будут картинки, как это все мерилось.